Ну, во-первых, спасибо, что вы остались на вторую часть нашего мероприятия. Я надеюсь, что она тоже будет полезной. И сегодня мы поговорим о том, как устроен современный музей и о том, собственно, в каких профессионалах он нуждается. И, честно говоря, я думаю, что вы сейчас будете удивлены нашему составу, потому что, когда мы слышим слово вообще музей, современный музей, anyway, то, конечно, мы на такой дискуссии прежде всего ожидаем увидеть директора музея. Ну, собственно, это главное его медийное лицо, человек, который, собственно, за программу, за идеологическую повестку отвечает. Вот, ну, как бы тот человек, которому обычно все адресуются. И, может быть, людей, которые в современном музее связаны, как бы называется, кураторами, и которые, грубо говоря, делают выставки. Вот музей и кураторы, директор и кураторы – это вот будут главные медийные фигуры. Но на самом деле мы современный музей зависит от очень большого количества профессионалов. И мы хотели сегодня представить вам тех людей, без которого на самом деле даже самые интересные, даже самые потрясающие с точки зрения, как бы, собственно, концепции выставки просто не откроются, если они не будут работать в современном музее. Современные зрители в эти музеи не придут и не вырастет новое поколение профессионалов, в которых мы столько нуждаемся. Поэтому, собственно, я представляю вам наших сегодняшних экспертов, которые, собственно, нам расскажут о том, о чем обычно на таких дискуссиях никто не рассказывает, о том, как по-настоящему работает, собственно, этот сложный музейный современный механизм. Ну, собственно, я начну с Маргариты. Маргарита Гребенюк, методолог академических программ Музея современного искусства «Гараж». То есть все мы, собственно, работаем в системе современного музея «Гараж». И одновременно три четверти из нас являются преподавателем магистерской программы «Кураторство современного искусства», а Маргарита, собственно, является нашим человеком, которым нам тоже руководит местами. Вот. И вообще довольно странное словосочетание «академические программы в музее». Вообще, что это такое? Сейчас поговорим об этом. Это Анастасия Лесникова, технический директор по выставкам в Музее современного искусства «Гараж». То есть это тот самый человек, вот если он не сделает свою часть работы, мы не чокнемся шампанским на открытии, на самом деле. И это Егор Санин. Угу. Собственно, это Егор Санин, руководитель департамента по работе с аудиторией, тоже Музей современного искусства «Гараж». Это тот человек, который, вот мы на первой части говорили о вот этом, собственно, опыте посещения современного музея, говорили о том, что он не всегда бывает позитивным. И это тот человек, который, собственно, отвечает за этот опыт в Музее «Гараж» и с некоторых пор в рамках дополнительного программы дополнительного образования делится своим опытом с другими коллегами, потому что уже наработаны определенные механизмы, определенные известные определенные инструменты, и, в общем, мы не скрываем их от, собственно, профессиональной среды. И мы, собственно, сегодня поговорим о тех профессиях, в которых сегодня нуждаются современные, как бы, организации культуры, и специалистов, по которым мы все-таки, как бы, пытаемся подготовить в рамках нашей магистерской программы. Ну, Маргарита, я хочу первый, конечно, вопрос тебе задать, потому что, ну, наверное, то есть понятно, что надо работать с аудиторией, понятно, что, собственно, есть всякие технические нужды музея, но вообще, конечно, само, собственно, словосочетание академические программы музея и вообще, как бы, то, что у музея есть собственная магистерская программа, которую он делал совместно с Высшей школой экономики, ну, это довольно странная, как бы, ситуация. То есть, ну, например, представители моего поколения ходили из университета на музейные практики, чтобы как-то определиться со своей будущей профессией. Пойдут они работать в музее или нет? Но такого не было, чтобы музей прямо вот так брал и уже действенно интегрировался именно в университетскую среду, среду, которая, собственно, на базовом уровне готовит будущих специалистов культуры. Кажется, как ты, кстати, говорил на прошлой лекции, музей «Гараж» был во многом первым. И академическая программа стала, с той стороны, таким финалом,
с другой стороны, началом очень многого. Накопилось много знания и опыта, который стало важным трансформировать, во-первых, сначала проанализировать для самих себя внутри и трансформировать в знания, которым можно делиться. Отсюда и появилась эта программа, и мы, как методологи, я работаю не одна над академическими программами, у нас команда, и с нами сегодня руководитель этой команды. Мы помогаем, работая с разными направлениями внутри музея, это знание перевести в определенную структуру, которая могла бы быть полезна нашим слушателям и студентам. Сейчас мы работаем с академическим партнером Высшей школы экономики. И как бы, с одной стороны, то, чем я занимаюсь, это работа по структурированию знания сотрудников. Преподавателями нашей программы, я забегаю вперед, являются не только сотрудники музея «Гараж», но во многом и они. И мы помогаем работать и давать цель этой теории и проводить преподавателя внутри к этому результату. С другой стороны, работа методолога и цель программы, она во многом про создание среды и про создание сообщества. Поэтому, например, в нашей магистерской программе, где мы учим кураторов и менеджеров выставочной деятельности, я сейчас уже потеряла первоисточник того, кто это сформулировал, но кто-то из наших выпускников сказал, что мы учим работать в командах, работать, понимая, из чего вообще строится культурная институция или культурное событие. Эти связи формируются внутри программы, такие горизонтальные, они формируются в тот момент, когда студенты делают эту выставку. Выставка становится финальным проектом магистерской программы, и ребята сами уже общаются с другими площадками, институциями, когда ищут, где эта выставка будет происходить, кто будет их партнерами. В том числе, где они дойдут дополнительные деньги, помимо тех 550 тысяч, которые у них есть, которые все-таки не маленькая сумма. И мы, для нас очень важно общаться, не быть зафокусированными на Москве, поэтому и среди наших студентов очень много ребят из очень разных регионов, от Иркутска до Калининграда. И мы в течение учебы продолжаем знакомиться активно с повесткой разных регионов. Для этого мы ездим в разные города. Например, в этом году мы были на Уральской биеннале современного искусства. И там мы встречаемся с представителями институций этих городов, чтобы в неформальной обстановке мы могли обсудить, как с нами делятся уже как с будущими коллегами проблемами и вопросами, а проблемы оказываются примерно одинаковые в разных регионах.
То есть, ну, как бы на самом деле наша цель это не только подготовить функциональных будущих сотрудников культурных институций, но и встроить их в большую, которая на самом деле больше, чем, собственно, московскую художественную индустрию, и уже, собственно, к концу образования наших студентов встроить их, как бы, собственно, вписать их, как бы наделить их определенными профессиональными связями. И это тоже очень важно, потому что раньше, когда ты выходил, как бы имея диплом, например, культуролога, филолога или искусствоведа, ты, во-первых, не очень понимал, где ты дальше будешь работать. В какой-то момент тебе приходилось либо пробовать заново, либо как бы определяться. Ну и, конечно, ты никого, собственно, в этой среде не знал, что тоже определенного рода трудности создавало именно профессиональной интеграции. И мне кажется, что большой плюс этой команды, что, в общем, все эти моменты были проанализированы и также интегрированы в процесс обучения. То есть интеграция для нас – это очень важный, скажем так, важная часть работы. Я думаю, вот по поводу, кстати, интеграции, я, наверное, с Егором поговорю об этом. Мы уже начали говорить в начале, собственно, на первой части нашей беседы. Это вот, собственно, музей как место, которое, в общем, не особо как бы ждет, собственно, эту самую аудиторию, посетителей. И, в общем, всячески то, что он их не ждет, на самом деле демонстрирует. И дело даже не в том, что кафе нет музея вообще. Знаете, честно говоря, на мой взгляд, его может и не быть. Но, например, во многих больших, как бы известных музеях большая проблема найти туалет. Вот. Большая проблема очень многих музеев до сих пор, например, в частности, приведу вам пример Третьяковскую галерею, это очереди, которые в любую погоду стоят на входе. Знаете, они стоят не потому, что столько народу хочет там припасть к Врубелю или к Серову, а потому что просто плохо организована так называемая входная группа. И какие-то очень простые манипуляции с ней могут распределить эти потоки и сделать этот опыт более мягким, это вхождение в музей. То есть, да, люди все равно будут ждать свою очередь на выставку, но будут в комфортных условиях. Но вообще, на самом деле, то, что в музее «Гараж» появился департамент целый работы с аудиторией, то есть целый ряд специалистов, это само по себе удивительно. Скажи, пожалуйста, какое у тебя, в принципе, образование? То есть мы тут, как бы, собственно, некоторые из нас забыли, кто что закончил, но вот, как бы, давай поговорим об образовании. Какие люди сегодня, с каким бэкграундом, с каким образованием приходят работать в музей? Слушай, ну, я вышеупомянутый культуролог вот, по образованию, но на самом деле, опять же, смотря на своих ребят, смотря на всех специалистов, которые работают именно с музейной аудиторией, здесь, мне кажется, в первую очередь стоит сказать о том, что тот опыт, который нужен, это либо тот опыт, который ты возьмешь из других сфер, либо которому ты изначально будешь учиться, и он вообще не связан с культурой и с искусством. А в целом, здесь, опять же, ты много об этом говорила на лекции, а в целом культура — это достаточно в плане посещения достаточно барьерная среда в целом. Ну, то есть, и мы сейчас говорим не только про доступность, не только про инклюзию, мы в целом говорим про обычного человека, такого же, как и мы все, который приходит в учреждение культуры и хочет там что-то сделать. И на самом деле этих барьеров, уровней этих барьеров, их достаточно много. Они касаются и контента, например, того, что ты приходишь в музей, и ты не знаешь, что ты смотришь, ты это не понимаешь, тебе нужно какое-то сопровождение. Они касаются огромного количества запретов, которые, собственно говоря, нету у человека в любых других местах, в которых он, собственно говоря, проводит свой досуг. А мы должны понимать, что мы здесь, собственно говоря, встраиваемся в жизнь человека, мы встраиваемся в его обычное расписание, где культуре отведено, ну, в лучшем случае, почетное, но все-таки определенное место. Кроме этого, он также ходит в рестораны, он ходит в торговые центры, он смотрит кино, и не только в каких-то специализированных кинотеатрах, вроде, там, не знаю, художественного, иллюзиона и так далее. Он ходит еще и в мультиплексы. Он, собственно говоря, гуляет в парках, и для него в принципе, вот весь этот мир, за исключением культуры, он достаточно понятный, простой, он к нему привык. Попадая, опять же, в учреждение культуры, он зачастую сталкивается с тем, с чем он до этого не сталкивался. И здесь, собственно говоря, именно поэтому у любого специалиста, который работает с аудиторией в сфере культуры,
по сути, есть определенная необходимость сделать двойную работу. То есть, во-первых, обеспечивать необходимый уровень, не боюсь этого слова, сервиса. Мы очень долго пытались от него откреститься, но в итоге поняли, что на самом деле тоже очень важная история здесь. От слова самого? Да, но то есть мы пытались его, опять же, с моей коллегой Варей, которая у меня отвечает именно как раз в департаменте за саму работу именно с посетителем, то есть работу в данном случае на местах, за проектирование, за другие штуки, мы пытались в какой-то момент, когда копались в терминологии, найти какое-то другое слово, отличное от сервиса, ну, не знаю, гостеприимство и так далее, но в итоге поняли, что на самом деле слово сервис и в случае с культурой работает. На самом деле это тоже очень важный элемент, просто если в бизнесе сервис и вся клиентоориентированность в первую очередь драйвится прибылью, и, грубо говоря, изначально цель любого хорошего сервиса в любом коммерческом учреждении — это в конечном итоге довольный клиент, ну и мы понимаем, что с учетом того, как устроен в принципе бизнес сам по себе, это большая выручка. В нашем случае, то есть в случае с культурой, все немножко более запутано, потому что в целом хороший сервис, высокий уровень клиентоориентированности у культурной институции – это в первую очередь это действительно довольный посетитель, это посетитель, который лоялен к институции, но в данном случае это главная валюта здесь скорее – это больше и более углубленный контакт с самой институцией. То есть это посетитель, который будет, опять же, ходить чаще на мероприятия, на которого институция может рассчитывать, когда она, например, решила отклониться от своей стандартной, вот, не знаю, контентной повестки и организовать что-то более экспериментальное, то, что еще до этого зритель не видел. И, собственно говоря, в этом случае, наверное, вот эта посетительская лояльность и именно вот это, опять же, вот этот плотный контакт между институцией и самым посетителем, это вот то, как раз, что может дать очень хороший и высокий уровень музейного сервиса. Мы с тобой начали уже, собственно, uh-huh. вне как бы публично говорить о том, что современные музеи сегодня вообще-то находятся в жесткой конкуренции и конкурируют с чем? Ну, в первую очередь мы думаем о том, что этим конкурентом может быть другой музей, другое учреждение культуры, но на самом деле, когда мы с вами вот сейчас буквально пару минут назад говорили о том, что культура — это лишь часть, опять же, досуга каждого из нас, будем честны, на самом деле наши главные конкуренты здесь — это диван и телевизор со стриминговым сервисом, это, собственно говоря, торговый центр, это любой мультиплекс и так далее. И поэтому здесь на самом деле еще одна важная функция музейного сервиса — на самом деле убрать вот все те барьеры, о которых мы с вами говорили, и либо их максимально минимизировать, либо, по крайней мере, их объяснить посетителю. Именно поэтому, например, в Нью-Йорке, в музее Metropolitan Cloisters, который посвящен Средневековью, которое в свое время было переправлено туда через Атлантический океан, вот, собственно говоря, там есть огромные таблички, на которых написано, почему мы просим вас не трогать экспонаты. Потому что зачастую для нас это требование, оно кажется абсурдным. Мы много чего, что происходит в музее, кажется нам максимально абсурдным. Почему что-то нельзя трогать? Почему нельзя заходить за какую-то линию? Почему я не могу пройти сейчас, а мне нужно пройти только согласно какому-то времени? На самом деле, большая часть всех этих барьеров, большая часть вот этого негатива, который, соответственно, у каждого из нас возникает, когда мы, собственно говоря, не понимаем, что с нами связано, она снимается простым банальным объяснением того, в какой системе координат мы сейчас находимся. Именно поэтому музейный сервис — это очень важная, на самом деле, такая прослойка между самим посетителем и между институцией и всем, что она делает. Именно поэтому зачастую сотрудник, который отвечает за гостеприимство, который отвечает за сервис музея, или за условно как-то, опять же, мы называем visitor experience, это такой еще очень важный на самом деле музейный переводчик. Это человек, который одновременно работает на два фронта. С одной стороны, он защищает интересы институции, понимает, что институция хочет, что она хочет реализовать, но с другой стороны, он, опять же, прекрасно понимает своего посетителя и поэтому зачастую включает такую функцию адвоката. И, собственно говоря, отстаивает интересы посетителя внутри самой институции. Поэтому очень часто этих ребят называют еще адвокатами аудитории, и это на самом деле не чисто такой музейный термин, он существует и в бизнесе, он существует в сервисе, потому что во многих, опять же, больших компаниях существуют ровно те же самые проблемы, что и есть у нас. Тоже есть очень большой разрыв между аудиторией и самой институцией, поэтому у них тоже есть вот это вот, можно сказать, адвокатство, не знаю, как правильно это сказать. Скажи, пожалуйста, давай тогда пример приведем, вот, собственно, случай, в котором, собственно, сотрудники департамента работы с посетителями стали адвокатами, вот что вы, как бы,
вот конкретное предложение, которое вы реализовали в рамках недели. Короче, что было нельзя, стало можно в гараже, именно потому, что на этом настоял ваш департамент. И каким-то образом это, собственно, аргументировал перед руководством. Слушай, на самом деле в нашем контексте мы очень трудно сказать, что мы на чем-то настояли, потому что у нас на самом деле очень отлаженная система. Ну, то есть в этом случае мы работаем сообща, мы, ну, грубо говоря, и у нашего подразделения есть определенный, опять же, ну, в хорошем смысле слова, авторитет внутри музея, собственно говоря, когда мы говорим действительно о больших нуждах, которые есть у аудитории. А в целом, ну, то есть с учетом того, что мы также департамент, который фиксирует обратную связь у аудитории, у нас, во-первых, собственно говоря, я думаю, вот Настя не даст соврать, очень важный период в случае с открытием любой выставки, это первые ее выходные, после которых мы как раз часто обращаемся к выставочным менеджерам и, собственно говоря, проводим такое вот очень большое ревью. То есть, с одной стороны, все то, весь опыт, который вы получаете в музее, его на самом деле по большей части можно срежиссировать заранее. Его можно спроектировать заранее, этим как раз занимается часть моей команды, собственно говоря, изначально думая о том, как будет выглядеть визит нашего посетителя в музей. Но опять же, с учетом того, что это работа с людьми, здесь колоссальный элемент неожиданности, и, собственно говоря, то, насколько выставка комфорт для посещения, мы как раз решаем первые выходные. Я тебе это привожу в формате даже не кейса, а именно уже процесса, потому что на самом деле такие истории очень важно, мне кажется, вписывать именно в такую процессную сетку. То есть сейчас, ну, грубо говоря, весь музей понимает, что мы открываем выставку, мы наблюдаем первые выходные, потому что, ну, в выходные, по сути, в любое учреждение культуры приходит до 50, а то и больше процентов аудитории за всю неделю. Это очень важный момент работы любой институции. И после этого мы, собственно говоря, понимаем, что у нас, возможно, пошло не так. Если где-то висят неправильные этикетки, где-то они, например, не считываются, где-то, например, нам нужно просто добавить людей, потому что есть вот одна и та же проблема, предположим, там, не знаю, этот экспонат трогают, об этом экспонате чаще всего спрашивают, и здесь нужно усиление, так называемого, человеческого интерфейса. То есть, грубо говоря, это на самом деле такая очень важная задача здесь, с нашей стороны, понять, что действительно нужно посетителю, и дальше обратиться к коллегам, которые могут действительно сделать жизнь посетителя лучше именно с технической точки зрения. Слушай, на самом деле я вспомнила один момент, но это как бы не прям не стопроцентный кейс, но очень близкий к тому, что спрашивает Маша, как раз про почему нельзя трогать экспонаты. Помнится, у нас было несколько выставок подряд, где получалось так, что внутри, на первом этаже, если бы вы были в гараже, у нас есть атриум, вы входите, это пространство, которое открыто, хотела сказать, 24/7, но нет, с 11 до 20. Пока еще нет. И там очень часто есть некие инсталляции, объекты, и у нас было две или три выставки подряд, где с ними можно было взаимодействовать. И мы столкнулись с тем, что люди, приходя на первый этаж, взаимодействуя с неким объектом, приходят на второй этаж, ожидая и видя похожие объекты, начинают делать то же самое. И это был настоящий вызов и для нас, как команды, которая реализует выставку, и для отдела Егора, потому что нам было важно объяснить и донести до зрителя, что окей, здесь мы сделали новые штуковины, вот прям специально, чтобы их можно было ломать, бросать, тем или иным образом выстраивать из них домики условно. А наверху вы уже вступаете в поле, в пространство произведений искусства, у которых есть страховая стоимость, у которых есть определенная сохранность, у которых есть владельцы, и эту работу нужно кому-то вернуть в том же состоянии. И мы, помнится, тогда договорились, потому что на обоих выставках были экспонаты, которые можно трогать. И мы, по-моему, договорились до того, что давайте мы оставим первый этаж интерактивным условно, да? А второй этаж, вне зависимости от ситуации, только в отдельных случаях мы будем делать специальные пометки, специально артикулировать, что это трогать нельзя, но все равно мы будем этого избегать. И мы, по-моему, на каких-то выставках осознанно говорили: нет, этот экспонат трогать никто не будет на выставочном этаже. И вот это такое было компромиссное решение, потому что мы, например, мы как бы для Егора важно, да, с одной стороны, опыт зрителя, а тактильный опыт взаимодействия с искусством, он чаще всего более позитивный и интересный. Но для сотрудников других, которые работают в его департаменте, в частности смотрителей, важно понимать эти границы. И мы пошли навстречу, понимая, что нам важна ценность экспоната. И лучше мы что-то вот здесь в конкретном месте запретим, потому что это можно компенсировать за счет опыта на первом этаже. И вот это такая пограничная история между двумя отделами, где была некая пусконаладка и какое-то решение, в том числе художественное.
Егор, я хочу тебе последний вопрос, ну, один из последних, потом еще к тебе вернемся. Скажи, пожалуйста, на самом деле, ведь музейный современный зритель не приучен к тому, что от него хотят знать, собственно, что он подумал, какой он опыт получил, но максимум, что он может, значит, найти, это как бы вот эту книгу отзывов в конце выставки при выходе. Каким образом вы собираете тогда этот, собственно, опыт? Ну, как бы кроме того, ну, кроме меня, конечно, я просто подхожу и мерзко вам жалуюсь. И мы тебе на самом деле очень благодарны, потому что один из наших главных принципов, что обратная связь — это подарок. Собственно говоря, это главный такой входной канал для внесения. Но тем не менее, для большинства как бы посетителей музея, то есть они никогда тебе не расскажут, собственно, о негативном опыте, именно вот, ну, как бы связанном с сервисами. Как, про выставку они могут написать, там, какая фигня в книге отзывов, но, как правило, собственно, они просто уйдут, возможно, даже не почувствуют, что что-то пошло не так. Смотри, на самом деле обратная связь собирается... Ну, то есть, во-первых, обратную связь можно разделить на пассивную и активную, и в данном случае, по механизму его получения. И в случае, например, с книгой отзывов, это такой очень пассивный механизм. То есть она вот просто существует, не знаю, как в мемах говорят. Вот. И, собственно говоря, к ней можно подойти, с ней можно взаимодействовать, оставить там фидбэк. Также, опять же, существуют все фидбэк-формы, которые есть онлайн, то есть ровно та же самая система. Есть еще активные механизмы, когда мы сами исследуем аудиторию, когда мы опрашиваем посетителей на тему того, что им нравится, не нравится в музее. Мы это делаем как онлайн, и вот ближайшие там буквально там полторы-две недели у нас, например, планируется большая рассылка опроса по всей нашей email-базе. Вот, мы это делаем раз в год, и обязательный блок там — это, собственно говоря, оценка, например, работы сервисных сотрудников и, собственно, там попытка зафиксировать и взять какие-то острые моменты. Плюс также... А обратная связь еще, грубо говоря, плюс сервис измеряется еще так, что никто из нас, в том числе даже, кстати, нас как сервисных сотрудников, этого не замечает. В частности, например, у нас есть трекинг сервисных сотрудников в виде тайных посетителей. То есть мы сотрудничаем с специальной компанией, которая раз в год рекрутирует тех людей, которые выглядят как мы все, которые ведут себя так же, как мы все. То есть это очень подготовленные люди, которые до этого ходили в музей, чтобы они никак не отличались от обычных посетителей. И у этих людей есть определенный сценарий. То есть, предположим, мы с тобой тайные посетители, вот мне нужно прийти в музей сдать вещи в гардероб и дальше, собственно говоря, сразу пойти на выставочное пространство и поругаться со смотрителем, потому что у меня не будет билета. Я была как-то тайным посетителем. Ну вот. Вот. И, собственно говоря, например, у тебя задача пойти в кафе. Ну то есть и мы прописываем им специально эти скрипты, чтобы, собственно говоря, измерить какие-то штуки. Вот. Чтобы быть максимально неангажированными, никто из нас не знает, когда это будет происходить. Ну то есть там, не знаю, с точностью до месяца мы это можем знать. Вот. И, например, я сам попал в один из отчетов тайных посетителей. Это потом понял по таким пассивным факторам. В общем, здесь в целом важно смотреть картину в общем, и также важно находить обратную связь на тех ресурсах, которые, собственно говоря, ты изначально не рассматриваешь как музейные. То есть в том числе, кстати, тот же самый TripAdvisor, Яндекс.Отзывы и так далее. Это, собственно говоря, механизмы, которые работают для всей досуговой сферы и в том числе и для культуры, просто мы на нее не всегда обращаем внимание. То есть в целом, ну то есть, грубо говоря, нужно сразу оценивать все то, что есть, и из этого делать определенные выводы. Ну и плюс, опять же, в определенных случаях с людьми просто можно говорить. Ну то есть у них можно задавать какие-то вопросы, и плюс, опять же, зачастую посетитель сам обращается с негативной обратной связью. Для этого у нас есть, например, специальный отдел управляющих зданий, которые приходят обычно на просьбу позвать старшего. Вот. И, собственно говоря, они решают конфликты на всех самых таких, ну, уже высоких, таких уже супер эскалированных таких позициях. И, собственно говоря, ну, то есть в итоге практически каждую такую конфликтную ситуацию, которая дошла до управляющего, мы разбираем в индивидуальном порядке, уже постфактум, и думаем, что с ней делать, как, опять же, улучшить опыт, чтобы посетитель с этим в дальнейшем не сталкивался. Спасибо. Спасибо. Мне, на самом деле, вот у нас есть Анастасия Лесникова, технический директор по выставкам. Во-первых, расскажи про свой карьерный путь. Вообще, кто ты по образованию и как ты дошла до жизни? Такой вообще, что такое технический директор в музее? Кто эти люди вообще? Как бы, какой бэкграундом они должны обладать? И вообще, как бы, откуда они берутся? Я вообще не очень не очень типичный пример, потому что я на самом деле по образованию искусствовед. Все очень любят эту историю, я часто ее рассказываю о том, что я закончила специалитет, и тема моего диплома «Французские влияния в русской мебели последней четверти 18-го, первой трети 19 века» вот, никак не связана ни с современным искусством, ни тем более с технической реализацией выставок. Но
Ну да, это такой самая яркая история. В принципе, у нас здесь в основном культурологи, экономисты и вот искусствоведы занимаются максимально, мне кажется, нетипичным делом. А что касается технического директора, если мы говорим, наверное, про классический, технический директор — это некоторая калька из, наверное, западной практики, и даже западной практики не музейной, а скорее такой галерейной и выставочной. Технические директора часто есть в студиях художников, которые отвечают, собственно, за реализацию конкретных проектов. Обычно это очень крупные фигуры, очень большие студии, где постоянно нужен технический мониторинг, корректного монтажа и реализации проекта. И в связи с тем, что проектов этих очень много у художников подобного уровня, есть постоянно какое-то лицо, которое, по сути, является правой рукой и может даже в каких-то вещах принимать решения за художника, понимая в целом общее направление его деятельности. Если мы говорим, наверное, про классический музей, чтобы как-то немножко скоординировать вашу точку зрения, если у вас есть опыт и понимание штатного расписания российского, например, музея, то, наверное, технический директор — это кто-то между начальником экспозиционно-оформительского отдела, да, то есть человеком, который занимается, ну, по сути, дизайном выставок, наверное, если, опять же, современным языком говорить, и человеком, который отвечает за эксплуатацию здания, который понимает, как, из чего это здание построено, как оно функционирует, какие у этого здания есть ограничения или потенциал, например. И, собственно, в гараже я занимаюсь именно реализацией выставочных проектов, то есть я отвечаю за реализацию архитектуры. Если мы говорим про гараж, и если вы там были, а если не были, вы сразу поймете, что это совершенно, ну, просто здание пустое со стеклянными дверями, то есть у нас, по сути, нет стен. Соответственно, каждый раз мы выстраиваем новую архитектуру, и каждый раз эту архитектуру нам нужно адаптировать с одной стороны под здание, с другой стороны под выставку, под посетителя и под его опыт тоже нужно ее адаптировать под инклюзивные стандарты, которые мы активно внедряем. И, собственно, я должна следить за всеми этими аспектами и параллельно еще подбирать подрядчиков, проводить тендеры. Вот я сейчас сидела грустная, мне прислали фотографии стен, которые сейчас тестируются, и они очень неустойчивые, поэтому подрядчик будет их все переделывать. Помимо этого, в случаях каких-то очень сложных выставок я отвечаю в том числе за людей, которые монтируют эти выставки, то есть инсталляторов, или работаю, например, с художником над реализацией какой-то сложной инсталляции, которая требует, например, производства в России, или которая требует подключения дополнительных специалистов, например, там, не знаю, инженеров, для расчета, не знаю, весов, высот и ветровых нагрузок. Ну, то есть это такая очень широкая сфера, которая связана с корректным показом искусства. И опять же, вот, мне кажется, что, ну, в современном музее, в современных выставках есть такая, на самом деле, кросс-дисциплинарность, она очень важна. Ты не можешь сфокусироваться исключительно на том, что ты делаешь, ты должен учитывать потребности огромного количества отделов. Не только, вот как Маша вначале сказала, да, что есть музей, директор, куратор. Да? Там есть еще куча разных специалистов, куча разных процессов, которые там происходят, и выставка — это лишь один из них. Но при этом выставка очень сильно влияет на жизнь музея. То есть она может его реально кардинально поменять. Вот у нас следующий проект Анны Имхов, который будет, он, ну, дичайшим образом поменяет логистику передвижения посетителей в нашей главной артерии, в атриуме. И понятно, что вот мы не можем просто так взять с кураторами и сказать: вот сейчас мы здесь поставим бетонные столбы, а здесь все перекроем, и вообще люди будут заходить с другого входа. То есть мы не можем сами принять это решение. Это некорректно. Мы обязательно должны посоветоваться с нашими коллегами, мы должны обязательно учесть их комментарии и через эти комментарии неким образом поменять расстановку работ, объяснить художнику какие-то особенности здания, с которыми он, например, совершенно не знаком и видел здание, как иностранцы, например, которые, дай бог, если смогут приехать в Россию сейчас, когда приехали, там, не знаю, на пару дней, вроде как все увидели, посмотрели, ой, все, я все понял, а потом тебе прямо перед входом, не знаю, там, закрывают лифт стеной на плане, или чего еще они делают? Ну, я помню, в этот раз мы со шторами достаточно много всего обсуждали. А, ну да, или решили повесить 900 квадратных метров штор по всему зданию, перекрыв... Без возможности доступа аудитории в эти шторы. Да. Нет, слушайте, ну вы смеетесь, но когда открывался в Москве новый, собственно, такой арт-кластер под названием, господи, который в гостинице, White... как он?
Да, Cube. Я испытала, у меня просто была паническая атака, когда я поняла, что они перекрыли лифты, и работает, ну, как бы люди могут спускаться и подниматься, а это помещение как бы бывшей, собственно, автостоянки такой подземной, только одним путем. То есть я поняла, что если начнется, например, пожар, то есть, ну, все, нам всем кранты, это будет просто зимняя вишня очередная, потому что, ну, собственно, были перекрыты лифты, чтобы как-то потоки, собственно, разводить, и была только одна узкая лестница, по которой можно спуститься и подняться было в помещение. То есть, ну, просто, то есть я вошла и вышла, и, ну, как бы люди начинают, и ты должен об этом думать, потому что художники, да, действительно, часто перекрывают пожарные выходы, собственно, перекрывают путь в раздевалку и просят, так далее. Там просят немножечко сделать дырку в потолке, а это ваша крыша, и там нельзя сделать дырку. Ну да, то есть на самом деле, да, действительно, такие, с такими вещами приходится сталкиваться. Скажите, ребята, вот вы работаете в музее, даже целые департаменты у нас там существуют. С какими, в каких специалистах вы сейчас, потому что вы главы департаментов, да, в каких специалистах вы сейчас конкретно испытываете недостаток? То есть, вот, да. Кто вам нужен? Мне кажется, я хотела бы начать с того, что... Ты говоришь уже, что там директор — понятное для всех лицо репрезентации музея, куратор как будто бы тоже. Все уже примерно поняли, кто это, и в публичном поле его выцепляют взглядом, но в штатном расписании его все еще нету, которое очень сильно отстает. Ну, это в печатном расписании, скажем так, федеральных муниципальных музеев, где, собственно, те же самые функции кураторства выставок выполняют либо старшие научные сотрудники, либо, собственно, хранители. Да, то есть, ну, то есть названия нет, но люди на самом деле есть. Ну, этому еще они есть, и их уже признают как действительно важных для музея или институции людей. Но это очень тоже молодая профессия, которую только начинают учить, в принципе. Ну, в России, да, в мире учат сначала, с конца 80-х годов. Ну, скажем так, я бы, наверное, не... У меня был опыт работы в крупных государственных музеях, но я вот что-то не помню, что мы согласовывали там выставку с отделом гостеприимства. Вот не было такого, то есть, если честно, такое даже не приходило в голову. Я готова признать, что я там... В вашем музее нет отдела гостеприимства, надо приходить туда с паспортом, в этом крупном федеральном. Я готова... Слушай, я была дико возмущена, думала, ну правда. Там, возможно, что-то изменилось, потому что это было уже много лет назад. Это не много лет назад, это было в 2019 году. Ну, в общем, да, действительно, таких дел... Тут каких специалистов... Реально на меня смотрят, как бы, на меня смотрят кассир и говорят «паспорт». Я такая, потому что ты выглядишь меня, как нерусский, ну, человек. Да, я это знаю. Очевидно. Да, меня постоянно задерживают в метро. Понимаешь, какие у меня были ассоциации? Они вот бдят, ровно такие. Бдят. Какие специалисты не хватает? Со своей стороны скажу. И, наверное, тут у меня тут в зале кое-кто со мной согласится. На самом деле не хватает... Вот если я сейчас работаю, собственно, в отделе, он называется техническое... Сейчас... Не-не-не-не, это упрощенное название, называется технического, короче, неважно, очень длинное название, но до этого я работала выставочным менеджером и, собственно, занималась реализацией выставок. То есть я была, если сейчас новый термин, он активно используется, продюсером выставок. То есть я контролировала весь процесс производства выставки, в том числе контактировала с техническим директором, контактировала, вот, например... Подожди, давай все-таки людям, вот этих, как вот бы, этих... что это разные люди, куратор выставки, да, и менеджер. Да, собственно, менеджер — это именно тот, кто реализует проект. И, наверное, вот эти... Реализует в каком, как бы, в каком качестве? В каком качестве? Ну, куратор тоже реализует проект, он его придумал, он договорился с художниками, хорошо, давай, что-то давай с ним обсуждал. Ну, немножечко упростим. Так, вот ты отобрал. Сейчас, как у нас... Отобрал работу. Значит, есть управленческая часть, когда ты условно являешься таким администратором, делопроизводителем проекта, когда ты формируешь бюджеты, формируешь графики, занимаешься документооборотом, готовишь, не знаю, там, документы на временное экспонирование экспоната. И есть уже непосредственная реализация выставки, она связана в том числе с подбором архитекторов, созданием ТЗ для архитекторов, коммуникация с художником, да, то есть ты своего рода менеджер, своего рода буфер между
между институцией, куратором и художником или институцией извне, которая, ну, например, дает работу. Да, то есть это, менеджер, да, организатор. И это те люди, которых на самом деле сейчас очень не хватает, их сейчас очень не хватает в Москве, судя по тому количеству раз, когда меня спрашивают, а не можешь ли ты порекомендовать продюсера выставок с опытом работы, вот это мне больше всего нравится. От 10 лет. От 10 лет, да. С опытом работы от 10 лет. Да. В России и за рубежом. То да, это самый часто задаваемый вопрос, наверное, потому что, опять же, вот мы тут упоминали про штатное расписание. Слава богу, сейчас эта история немножко меняется, да, медленно, да, ну, а что поделать. Но при этом появляются, то есть внутри государственных учреждений пытаются каким-то образом пусть наладить этот процесс и выстраивать отдельные отделы. Например, есть так называемый выставочный отдел, допустим, если мы берем Эрмитаж, и, по сути, там работают менеджеры проектов. Но в рамках Эрмитажной, например, практики они занимаются в основном документами, то есть оформлением выставки документальной. Хотя, на самом деле, вот я знаю, что сейчас в Третьяковской галерее функционал менеджеров выставочного международного отдела он намного шире, нежели просто подписание договора между одной и другой институцией. То есть они еще должны научные работы параллельно писать? Ну, не научные, нет. Они скорее... Я пошутила. Они скорее могут... У них же старшие научные сотрудники наверняка. Не-не-не, по-моему, у них по штатке менеджеры. То есть, в общем, организаторы выставки. Кто еще нужен? Кто еще нужен музею? То есть тебе нужны, как бы тебе конкретно нужны менеджеры, как бы в твою команду. То есть ты их ищешь. Мне? Ну да. Нет, мне. Музею не хватает кого? Блин, ну слушай, нет, вот стоп. Одно дело, кого не хватает музею, другое, кого не хватает мне. Это немножко разное. Ну, смотри, а тебе кого не хватает? Я просто, на самом деле, я недавно в этой должности, поэтому я еще не воспринимаю этот вопрос напрямую к себе. Мне не хватает, наверное, людей технически подкованных. Ну, то есть я не являюсь, у меня нет технического образования, но при этом у меня есть ряд навыков, здравый смысл и понимание того, когда я не могу рассчитать нагрузку и что мне нужно обратиться к специалисту. Но при этом мне бы очень хотелось, чтобы в моей команде были архитекторы и инженеры, которые работают в штате музея вместе со мной над проектированием выставки. Но это, наверное, мы пока музей как таковой, он в плане зарплат для таких технарей, он не совсем конкурентен. И поэтому, даже если эти люди стремятся работать в сфере культуры, на самом деле они работают здесь как нанятые специалисты. И, наверное, опять же, для музея это хорошо, потому что иметь штатного архитектора, и который будет штамповать одни и те же проекты, это немножко скучно. Uh-huh. И для него, и для музея. Uh-huh. А тебе кого не хватает? В нашем случае, в целом, если говорить про музейный visitor experience, в целом у нас есть достаточно большой голод в плане вообще знания из индустрии гостеприимства. Именно поэтому, например, когда мы обращаемся за каким-то новым опытом, мы зачастую обращаемся к нашим коллегам, которые, собственно, работают в той самой индустрии гостеприимства. Например, в первую очередь, если говорить о музеях, если говорить о хорошем сервисе, в принципе, то это, наверное, весь отельный бизнес. Ну, то есть, и по сути своей, именно поэтому у нас таким образом появились управляющие зданием. Собственно говоря, это наша такая музейная калька отельных батлеров, то есть отель управляющих, то есть мы поняли, что такая единица на самом деле нужна и музею для хорошего сервиса. Именно поэтому, то есть в целом, ну то есть говоря, я немножко расширю от гаража, наверное, в целом до музейного гостеприимства, в целом, наверное, не хватает действительно профессионалов, которые, с одной стороны, знают, как работать с людьми, которые взяли, опять же, все эти навыки из бизнеса, где, опять же, эта область развивается гораздо быстрее, опять же, ну, за счет, в первую очередь, вот этой вот денежной доминанты, то есть это очень сильно ускоряет все процессы, но, опять же, которые при этом понимают очень хорошо, либо готовы быстро понять весь вот этот вот барьерный контекст, который есть в случае культуры. Также, с учетом того, что мой департамент еще занимается и исследованием аудитории, и работой с лояльной аудиторией, в частности, опять же, вот под нашим зонтиком находится наша программа лояльности, которая называется «Карта Гараж». В целом, действительно, нам не хватает в целом специалистов, которые умеют работать с аудиторией в таком более сегментированном ключе. То есть в данном случае, опять же, это те, у кого есть опыт, например, работы в частных клубах с определенным членством. Это может быть, опять же, спорт-индустрия. Это может быть, опять же, в целом те, кто работает с лояльной аудиторией вне зависимости, опять же, от сферы деятельности. И также, безусловно, те, кто умеет работать с данными, кто умеет их анализировать. Это на самом деле сейчас, ну, поскольку данные — это такое, не знаю, это новое золото, это
данные об аудитории становятся все более и более актуальными для институции, поскольку, как я уже говорил до этого, любой опыт можно во многом срежиссировать. В целом, именно зная о посетителе огромного количества вещей, можно сделать его визит максимально идеальным. Поэтому, безусловно, в целом музеям нужны люди, которые умеют в этом разбираться. Но здесь, безусловно, как Настя уже говорила, мы в целом, как культура, сталкиваемся с зарплатным вопросом. Это абсолютно нормально, потому что в целом, то есть эти ребята, они в основном работают в IT-индустрии, они в основном, то есть работают с данными немножко, в других секторах экономики, грубо говоря. Поэтому, собственно говоря, я думаю, это такая, плюс-минус сейчас вечная проблема, которой, наверное, страдает культура во всем мире. Вот, но опять же посмотрим, что будет дальше. Скажите, пожалуйста, всем вот интересно, потому что ко мне подходили разные люди после, собственно, первого нашего мероприятия и спрашивали, вопрос такой, собственно, они смогут обеспечить себя, работая в сфере культуры, потому что, на самом деле ведь существует стереотип, что культура — это такая довольно дефолтная, собственно, область. Я могу честно сказать, что этот стереотип сложился в 90-х годах, в постсоветский год, потому что, на самом деле, работать в сфере культуры в советское время было довольно уважаемо, и, в общем, не то чтобы все умирали с голоду, но в какой-то момент, в 90-е годы, престиж сферы упал. А вот сейчас что с этим происходит? То есть на самом деле мы видим большое количество молодых людей, которые бы хотели какой-то самореализации, работать собственно, в таком месте, которое связано с креативом, с наукой, но их, возможно, останавливает вот это ощущение того, что это дефолтная сфера с точки зрения, собственно, самообеспечения какого-то. Лично по моим наблюдениям сейчас, мне кажется, ситуация выравнивается, ситуация налаживается, но здесь опять же, я не случайно упомянул IT в самом начале. Вот, потому я как раз, собственно, к этому и веду. Да. Как в культурной сфере с IT-индустрией сотрудничать, спорить за специалистов? Слушай, мне кажется, что в данном случае, во-первых, если мы говорим о какой-то именно, постановке проблемы, а в принципе о разнице зарплат, это не IT-культура, а это IT и весь мир в целом. Mm-hmm. Грубо говоря, и все те, кто не относится к IT, к финансовому сектору, и вещам действительно. Например, если мы говорим про индустрию гостеприимства в целом, там тоже абсолютно не заоблачные зарплаты, вне зависимости, опять же, от направления, о котором мы говорим, будь то закрытые клубы, отельный менеджмент и так далее. То есть это тоже не IT-шная история. Мне кажется, что, мое личное мнение, что на музейную зарплату всегда можно достойно прожить, и в целом ситуация выравнивается, но опять же... Маргарита, ты предательски улыбаешься, зачем ты это делаешь? Она дала мне микрофон, главное. Смотрите, есть чем сравнивать. Сложно. Большой федеральный музей, музей-гараж. Галереи частные еще. Давайте честно, можно прожить на зарплату сотрудника федерального музея в большом городе и в городе миллионник и чуть как бы так рассказать-то? Мне очень не нравится история, когда говорят, что ты пошел работать в культуру, работаешь там, где тебе нравится, зачем тебе деньги? Вот раньше, когда я, собственно, начинала я в 2007-2008 году, такая история очень часто звучала. Я думаю, что сейчас, наверное, она тоже звучит. Там, радуйся, что занимаешься любимым делом. Да, вот она любимая. Голодай даже не на гречке теперь, да? Всегда можно найти вторую, третью работу. Всегда можно найти вторую, третью работу. Смотрите. Не по специальности. Безусловно, есть очевидный перекос в финансировании между федеральными и между региональными музеями. Очевидно, есть перекос. Например, я работала в музее Штиглица в Санкт-Петербурге. И этот музей, а это музей с потрясающей коллекцией, который подчиняется Министерству образования. И моя зарплата в этом музее была ниже законодательно прожиточного минимума в то время. То есть она была там 4100. Я вообще не понимаю, как это возможно было легально, но как-то вот это у меня было в договоре прописано.
И понятно, что мои руководители делали все, что мы там, не знаю, водили экскурсии, зарабатывали дополнительные деньги. Я занималась организацией свадеб, была ассистентом фотографа. Я действительно очень много всего делала, чтобы работать там, где мне нравится, и при этом не умереть с голоду. Но всю жизнь в таком парадигме ты не можешь существовать. Но всю жизнь, безусловно, в такой парадигме невозможно существовать. Но надо сказать, что сейчас, опять же, если мы берем музейный сектор, то ситуация, очевидно, выравнивается. У меня, например, был очень забавный пример. Это вот, ну, есть стереотипы гараж, огромные зарплаты, куча денег, вот мы там разбрасываемся ими. Но один мой знакомый, он между гаражом и между Третьяковской галереей выбрал в том числе Третьяковскую галерею по причине того, что, ну, там его больше интересовала работа, но и там зарплату ему больше предложили. Это был для меня такой, как бы, ну, интересный взгляд на ситуацию. Я никогда не думала в таком ключе. И если мы говорим, я не знаю ситуацию здесь у вас, правда, я вот ничего не могу сказать по этому поводу. Я примерно могу представить ситуацию в Москве и в Петербурге, и я слышу, например, те суммы, которые мне озвучивают мои коллеги из Эрмитажа, и это реально намного больше, чем когда-то я там зарабатывала, а я там была вообще лаборант. И у меня это, собственно, самый низкий сегмент. Но я понимаю, что сейчас открывается огромное количество не музеев, а неких, скорее, институций, центров, которые не связаны с вот этой консервативным большим музеем, большой музейной структурой. И там намного, мне кажется, легче, интереснее найти себя, найти разные направления деятельности. Допустим, ну, дополнительные экскурсии, что-то еще, именно внутри самой организации. То есть все стало намного мобильнее. И на самом деле я не вижу ничего плохого в том, чтобы работать в музее и работать еще где-то, заниматься каким-то еще делом, которое обогащает твой опыт, который ты можешь привнести в том числе в музейную практику и наоборот. Мне кажется, сейчас такая вот мультидисциплинарность в плане работы и мобильность в плане работы, которую тьфу-тьфу-тьфу, хоть что-то хорошее принесла пандемия, да, это вот эту историю про дистанционку и про возможность заниматься несколькими делами сразу, она мне кажется, положительно повлияла на профессию. Но, безусловно, это не сравнить с IT. Но я могу сказать за себя. Я много работала для того, чтобы быть там, где я есть сейчас. И я могу себе, продав квартиру в Петербурге, платить ипотеку в Москве. Ну, это неплохо, я считаю. То есть у меня есть на что есть. Это уже приятно. Но как бы это долгий путь, и в том числе музейная зарплата в 4100. Как начало. Мне казалось, Егор хочет что-то еще дополнить к этому. Не, на самом деле хотел насчет мультидисциплинарности согласиться с Настей, потому что, например, ну, то есть также в моем департаменте есть целый экскурсионный отдел, вот, он, собственно говоря, он живет у нас, вот, и мы придерживаемся той политики, что экскурсоводов нету, методичек, а каждый из них при подготовке к выставочному проекту, который, опять же, как вы знаете, у нас меняются достаточно часто, они проводят свое собственное исследование и, собственно говоря, в дальнейшем каждый разрабатывает свой авторский текст. Но суть в том, что на самом деле вот за всю историю нашей экскурсионной программы очень мало кто в целом из них был прямо-таки искусствоведом по образованию. Ну, то есть у нас, один из наших, например, самых таких лучших флагманских экскурсоводов, Жанна Севастьянова, она по образованию врач. У нас есть экскурсоводы, которые до нас работали в банке, которые работали в абсолютно разных сферах. И это был мой следующий вопрос вообще, а с какими, как бы, людьми, с каким бэкграундом вы сталкиваетесь в музее, и вот какой у них был бэкграунд, почему они его поменяли, эту парадигму профессиональную, и кем они сейчас работают? Вот, ну, я начал, собственно говоря, с гидов, вот, и очень часто, в нашем случае, с учетом того, что, у меня достаточно большой департамент по количеству людей, и, собственно говоря, у него очень маленькая часть, которая работает в офисе, которая занимается проектированием опыта, и огромная часть тех людей, которые работают на местах, которые, собственно говоря, работают в здании музея, которые общаются с посетителями, защищают их от чего-то, защищают, опять же, искусство от них в том числе, и, собственно, так или иначе, опять же, влияют на
их опыт, и, собственно, мы всегда делаем так, чтобы влияли только положительно. Вот, поэтому, собственно говоря, один из очень больших таких каналов в случае с гаражом, в случае, опять же, какого-то карьерного роста, это канал, как раз, который начинается вот здесь, который начинается с волонтерства в музее, который начинается с работы именно, ну, в так называемом фронт-офисе, и в дальнейшем, опять же, идет какая-то конверсия уже и в офис на ассистентские, менеджерские позиции. Это в целом, ну, то есть это здорово, это классно, потому что специалист, который приходит, вот, собственно говоря, в тот момент уже в офис, они уже очень хорошо знают институцию, что самое главное, они очень хорошо знают ее посетителя. Это, кстати, история, и сейчас вернемся к теме, извини, что так немножко отклонился. Очень многие музеи делают специальные программы как раз для своих сотрудников. Часто они могут называться, например, там, back to the floor, либо там мы, например, их называем горизонтальные командировки, когда всех сотрудников бэк-офиса, сотрудников, которые как раз отвечают за менеджмент, отправляют на какое-то время стажироваться на стойку информации, да, в другие отделы, для того, чтобы, собственно говоря, они увидели посетителя, потому что этот разрыв, он действительно есть. И он есть даже у меня. Если я, например, там могу пару дней не сходить в здание, я понимаю, что в какой-то момент я теряю, опять же, контакт с аудиторией. Чё, прости, я перебегаю. Это зачастую даже люди, которые занимают очень высокие позиции в музее, но вплоть до заместителей директоров, которые в какой-то момент выходят действительно на стойку, собственно, прием посетителей, ну, как бы то, что стойка администрации называется, действительно, как бы с определенного момента, середины 10-х годов, это практикуется и в московских больших федеральных музеях, это правда. Да, это, ну, то есть это замечательная практика, на самом деле, ну, то есть нам кажется, что за счет, возможно, какой-то своей такой романтизации, за счет того, что это такой вот классный, такой широкий жест, нам кажется, что она и должна появиться в культуре, но на самом деле это тоже то, что музеи унаследовали у бизнеса, потому что в целом, ну, то есть в бизнесе есть такое понятие, как experience gap, это как раз вот разница в опыте, ну, то есть постоянно пополняемым, приобретаемым, который получают люди, которые чем-то управляют в плане процессов и которых работают на местах. Это, собственно говоря, самый главный конфликт, например, там, который есть между продавцами в каком-то магазине и маркетологами, потому что первые говорят о том, что вы нам привели не тех людей, и мы не можем, собственно говоря, конвертировать их в клиентов, вторые говорят о том, что мы привели вам очень много людей, почему вы так плохо работаете, почему вы так плохо продаете. Поэтому таким образом все эти истории решаются. Вот, в целом, наверное, ну, то есть касательно опыта мы, ну, то есть я сталкивался с огромным количеством личных направлений, в том числе, ну, там, начиная от гуманитарных наук, это и социология, это востоковедение, это, собственно говоря, ну, это целый спектр. В целом, мне кажется, ну, грубо говоря, имея какое-то базовое гуманитарное образование, ты, в принципе, можешь в музее, ну, так, плюс-минус на, ну, опять это же. Это логичный трек, да. Согласись, типа, вот, ну, я получил гуманитарное образование, куда мне, в музей идти работать? Да, но с другой стороны, опять же, ну, то есть, если мы говорим о менеджменте, если мы говорим об управлении процессом, ну, то есть в данном случае в том числе, опять же, если говорить о моем направлении, о работе с аудиторией, то здесь зачастую, ну, то есть гуманитарное образование, понятное дело, ну, то есть не хватает. И, собственно говоря, ну, то есть поэтому и в какой-то момент мы и сделали программу дополнительного образования, потому что мы понимаем, что это тот опыт в плане работы с аудиторией, в плане хорошей работы с аудиторией, которую ты либо получишь, работая в полях, ну, то есть все это время, либо, опять же, стажируясь в абсолютно чем-то отличном от музея, вот, и постоянно общаясь с коллегами из отельной индустрии и так далее, ну, либо, собственно говоря, опять же, найдешь какую-то платформу, где ей нужно обучиться, вот, и вот, собственно говоря, такого прям продукта по музейному гостеприимству до этого, ну, наверное, ну, по крайней мере, в России его не существовало. Хотя в какой-то момент все начали обсуждать. Слушайте, у меня к вам каверзный вопрос, на самом деле. С одной стороны, ну, как бы у нас расширяется, собственно, профессиональный контекст, появляются новые институции, зачастую формы, которые до этого не существовали. Вот я в начале нашей встречи говорила вот о появлении в какой-то момент вот этих новых фондов, да, некоммерческих, которые полностью изменили, как бы, структуру институциональную, как бы, российской культуры. Вот показали эту альтернативу. А с другой стороны, как бы становится больше людей, которые приходят, собственно, к нам, очень разных профессионалов. И действительно, есть люди, которые, собственно, имеют другое образование, профессиональный бэкграунд, врачи, приходят работать в музее. Но скажите, пожалуйста, вот ведь люди курсируют, и Настя прекрасный пример, между, собственно, государственными музеями, зачастую музеями с большими традициями, в том числе традициями выстраивания иерархий,
и частными институтами культуры, например, или частными музеями. Вот как они друг к другу относятся? Вот есть предупреждение между... Вот, я всю жизнь работала в частной сфере, прихожу работать в государственный музей. Есть ко мне предупреждение? И наоборот, я всю жизнь работала в государственном музее, эти ценности перенесла, и вдруг я решила, вот, получила оферту работать, например, в частном учреждении культуры, зарплата больше, например, и вот я на нее соглашаюсь. То есть вы как вообще, вы же наверняка как бы к вам приходили устраиваться на работу люди с другим профессиональным бэкграундом, но другим просто работать в другом музее. Настя, как ты нехорошо хихикаешь. Ты сама когда-то такой была, то есть ты из частной галереи пришла работать в Эрмитаж. Я из Эрмитажа пришла работать в частный музей. Нет, да. Ну я пришла. Тебе с чем сравнивать? Очень удивлялась, что мне никто не хамит из коллег, да, не занимается буллингом и иронией. Подожди, это компенсаторные практики. Ладно. Сейчас. Я бы так сказала, в связи с тем, что если мы говорим на примере России про крупные музеи, это такие универсальные большие институции, и фокус у них на, употреблю мой любимый термин, старые мастера. И в связи с тем, что у нас все крупные частные институции скорее связаны с контекстом современного искусства, здесь возникает история, что если вы современным искусством занимаетесь, вы вообще не музей. Краш вообще не музей, у него коллекции нет. Ну, то есть здесь идет вот такая вот история, когда современное искусство, актуальное искусство, ему не дает... Его как бы вычеркивает из этого профессионального поля музейного. Ты лучше это умеешь сказать, чем я. А если говорить, наверное, в профессиональном плане, опять же, мне кажется, что сейчас за последние 5 лет произошел какой-то кардинальный сдвиг и очень сильно изменился состав людей, которые работают в федеральных и не только музеях. Люди стали намного моложе, люди стали заинтересованы, и у них появились возможности изменять механику работы, на что-то влиять. Потому что ровно в тот момент, когда ты не можешь ни на что влиять, ты просто сбегаешь, потому что тебе жалко твоих усилий, попросту потраченных. И, по крайней мере, в Москве я могу точно сказать, что... Есть огромное количество молодых специалистов, которые на уровне, не знаю, на уровне директора, на уровне руководителя отделов могут принимать совершенно современные решения, которые влияют позитивно на музей, на опыт сотрудников, которые работают в музее, на опыт посетителей, на выставочную политику в целом. То есть это становится не вот этой вот как бы вертикальной иерархии, когда мы великий музей, а вы все тут Пуссена не знаете. Вот. Это скорее становится именно организацией, у которой есть определенная цель. Много разных целей. С одной стороны, прежде всего, показать искусство зрителю, но потом его еще и сохранить, о нем еще и рассказать и еще куда-нибудь его отвезти. Я здесь на самом деле тебя очень поддержу. Вот, потому что в целом работа с аудиторией это очень неконкурентная область. Ну, то есть, грубо говоря, здесь можно выстраивать очень такую прям сильную кооперацию. И у нас есть рабочая группа тех людей, которые занимаются работой с аудиторией, собственно говоря, из гаража, из Пушкинского музея, Третьяковки и, собственно, из ГЭС-2, из фонда VAC. Вот, и мы все вчетвером, тогда еще втроем, например, в 2020 году активно, например, обсуждали все сценарии открытия всех трех институций на тот момент, вот когда мы в июне 2020 все открывались. После пандемии России совместно разрабатывали все возможные сценарии. И, собственно говоря, могу сказать, что, мне кажется, наш опыт всех четверых, он в данном случае очень важен, вне зависимости от того, мы никогда не чувствуем особой рамки того, государственное ли это или частное учреждение культуры. То есть, мне кажется, сейчас формируется, понятное дело, есть какая-то специфика, есть, опять же, разные каналы финансирования, есть разные каналы привлечения финансирования, операционка разная, потому что где-то там больше документооборота, где-то нет, а это, собственно говоря, максимально влияет на менеджмент так или иначе. Но есть, мне кажется, целые отдельные сейчас направления, в которых эти границы абсолютно не чувствуется. И, собственно, например, работа с аудиторией — это одно из них. И, собственно говоря, я уверен в том, что сейчас достаточно много институций развивает это направление, в том числе, безусловно, государственных, которых, в принципе, наверное, у нас подавляющее большинство в целом по стране.
Точно, простите, можно я на предыдущий вопрос? Я просто своим коллегам написала про то, какое у них образование, так как у меня технический отдел, значит, у меня один мой коллега, у него высшее политологическое образование, значит, у другого среднее специальное, он столяр-плотник. Ну, Дима, привет. И еще одного коллеги среднее полное образование. Ну, то есть, да. И он великолепный специалист по монтажу произведений искусства, по упаковке и другим деталям, связанным с обращением с произведениями. А это важно на самом деле, потому что действительно, знаете, даже история тут не все все время говорят, как бы магические слова, вот эта страховая стоимость, но я просто хочу сказать, что произведения могут умирать как люди. На самом деле, то есть они тоже не вечные, но поймите, как вот недавно покалечили старушку Рембрандта в очередной раз, не в первый, в гимне имени Пушкина. А ведь Рембрандт умер 500 лет назад и больше ничего не нарисует нам. И вот, ну, можно починить, но понимаешь, ну сколько ее можно уже типа в тот же самый угол бить? Вот. И на самом деле произведения также могут умирать, как люди, по большому счету, заканчиваться. И действительно, как бы люди, которые умеют правильно упаковывать, это нетривиальное на самом деле умение. То есть это не чашки для, как бы, замотать в газету при переезде. Их очень мало на самом деле, и надо специально учить их. Скажи, пожалуйста, вот у вас, вы все преподаете так или иначе в магистратуре на различных программах, там дополнительное образование, а ведь у нас еще есть не только магистры, но и, собственно, какие у нас еще программы? Мне кажется, тут понадобится помощь слайд, с проектором. Да? Да. Переключить на следующий слайд. У нас есть несколько программ. Магистратура, где мы учим кураторов и менеджеров. Причем мы вместе это делаем. Для нас специально важно, чтобы не выстраивалась вот эта иерархия, что я вот главный, я тут куратор, я тут интеллектуальной, как бы, деятельностью занимаюсь, а вы менеджеры там типа заворачиваете своего Рембрандта. Нам очень важно, чтобы люди понимали, как, собственно, принципы профессии, и как, что для успеха они должны взаимодействовать, как бы, а не устраивать друг с другом вот эти иерархические разборки. Да, это очень важно, чтобы они друг друга понимали, чувствовали. И, с одной стороны, в процессе работы эта граница часто размывается, особенно в реальной работе в небольших институциях, когда ты часто должен делать все. Но мы все-таки учим ответственности, в первую очередь. И каждый внутри команды должен понимать, за что он отвечает. И в этом смысле все четко разделяют свои обязанности и роли. Это очень важно. У нас есть курс в Высшей школе экономики «Современное искусство и введение в историю музейно-выставочную практику». Это майнер. Это 4 последовательно идущие дисциплины, которые мы в течение 2 лет рассказываем студентам очень разных специализаций. То есть, объясни, что такое майнер. Просто вот я долго не понимала, что это. В университете есть курс по выбору, который как такой параллельный основной специализации трек выбирают себе студенты. То есть ты экономист, и ты можешь выбрать себе что-то, что дополнит твое знание или соответствует там твоему какому-то хобби, интересу. И часто из таких вот разных профессиональных треков твой основной опыт становится богаче. Поэтому курс длится 2 года. Это довольно серьезный выбор в жизни каждого студента. Почти, ну, как бы, можно я подытожу? Учебной жизни. То есть, если коротко, то есть, ну, как бы, вы знаете, вы, возможно, большинство из вас получало высшее образование, у вас есть, как бы, обязательные курсы, курсы по выбору на факультетах, да? А вот в университете, в Высшей школе экономики, где мы, собственно, с которой мы аффилированы, там есть
такой большой вот этот майнер, на который могут записаться представители разных факультетов. То есть неважно, как бы ты экономист, ты математик, ты, я не знаю, там, политолог, ты еще кто-нибудь, там, финансист будущий, ты можешь выбрать вот такой вот курс современное искусство, там, ведения музейной деятельности, просто вот как бы получить дополнительные знания или, может, как-то скорректировать свое будущее, ну, как бы представление о том, где ты хочешь работать. Это такая, это такой, типа, как я понимаю, собственно, ну, как бы недавно созданный формат обучения вот для всех этих студентов. Ну, скорее нет, в университете он уже очень давно, и мы как академическая программа начинали как раз, самая первая программа, которую мы открыли, это и был этот курс майнера. У нас довольно похожая и более свежая как раз история с курсом для бакалавриата внутри университета совместного с РЭШем. Они учатся чуть-чуть по другой траектории, и они сами пришли к нам, потому что им недоступен для выбора майнер, и они пришли к нам сами, попросили для них разработать какой-то курс, который смогут прослушать их студенты. И сейчас для них директор музея Москвы Анна Тропкова читает курс «Музей как политический, экономический и социальный институт», который пользуется какой-то сумасшедшей популярностью. У нас мы делаем небольшой довольно набор. У нас в этом году был еще и лист ожидания, и пришли студенты, которые слушали его уже в прошлом году, но хотят еще раз. И люди, которые учатся на других программах, на майнер не попали и хотят приходить туда. И оказалось, что, точнее для нас это не оказалось, но для экономистов музей — это, с одной стороны, такая какая-то территория непонятная, неизвестная, но которая вполне может быть полем для работы, и мы стараемся им об этом рассказать, показать и с собой остаться на короткой ноге. Мне тут подмигивают, что мы немножко затянули. И у нас 18:30 быть... конец. Не на тебя, кто там подмигивает. Мы в принципе, можем перейти к вопросам, на самом деле. Перейти к каким-то вопросам и по ходу дела еще в рамках этих вопросов рассказать про программу. Сейчас мы можно еще про одну важную программу расскажем. Егор сегодня, рассказывая о своем опыте, рассказывал как раз и о том, что он трансформировался сейчас в образовательную программу. Это программа дополнительного образования. Всего их сейчас 4, но вот запущена официально, проведена пока первая именно работа с аудиторией в сфере культуры. Кажется, скоро будет следующий набор. Да, в этом году у нас будет еще один набор. Вот. И это то, как раз о чем я говорил буквально несколько минут назад. В какой-то момент мы с моей коллегой Варей Корнеевой поняли, что, в принципе, за годы работы с аудиторией мы накопили определенную экспертизу, и, собственно говоря, мы достаточно, как бы это технически на самом деле не звучало нашего с Настей направления, но на самом деле, мне кажется, у меня и возможно, и у тебя, на самом деле, например, как минимум с работой с аудиторией очень важна насмотренность. Действительно, очень важно смотреть на то, как работают с аудиторией в разных институциях, и, собственно говоря, в дальнейшем это все превращается в очень сильную профдеформацию, поэтому в первую очередь, приходя, например, в любую институцию, я, собственно, рассмотрю навигацию, разметку, как устроен гардероб, локеры, как продаются билеты и так далее. И, собственно говоря, этим опытом, а также кратким курсом по тому, как устроен музейный сервис, как устроено музейное гостеприимство, как работать именно с сервисными командами, потому что, собственно говоря, все те люди, которые обеспечивают сервис музея, это особые люди, с ними действительно нужно уметь взаимодействовать, их нужно уметь мотивировать работать. Собственно говоря, опять же, учить их грамотно справляться со многими конфликтными ситуациями, потому что, ну, собственно говоря, visitor experience — это всегда очень такая огневая зона, это
зона, в которой очень много разных конфликтов. И все, и также базисные какие-то основы того, как можно начать исследовать аудиторию, как можно начать, опять же, узнавать ее лучше и делать так, чтобы она больше приходила, опять же, в музей и лучше с ним взаимодействовала. Из этого всего получился 5-недельный курс, вот, в основном очень практикоориентированный, в рамках которого мы рассказываем о том, что такое музейное гостеприимство, о том, как работать с командой, собственно говоря, на каких-то очень практичных примерах, вот, даем практичные задания и, собственно говоря, в целом очень надеемся, что в целом формируем общее представление о том, как можно работать с аудиторией в сфере культуры. В целом, опять же, ну, то есть, мне кажется, после нашего курса есть уже какой-то вот определенный базис, с которым можно начинать это делать, с которым, собственно, и либо, опять же, в чем можно очень хорошо усовершенствоваться. Это же дополнительное профессиональное образование, соответственно, как бы откуда приходят на этот курс люди? Вы же их спрашиваете, в конце концов? Да, ну то есть в целом, ну то есть нашу, мне кажется, аудиторию курса можно разделить на таких, наверное, три основных блока. Первый — это, собственно, это действующие музейные профессионалы, это те, кто работают в институциях, либо, опять же, уже в visitor experience, уже в работе с аудиторией, либо, например, на более высоком уровне, потому что, опять же, когда... Скажем так, для того, чтобы в музее была работа с аудиторией, музею не всегда нужен, и любой другой культурный институт, не всегда нужно отдельное прям подразделение, которое будет отвечать за работу с аудиторией. Начинать можно хотя бы с того человека, который будет таким условным драйвером. То человек, который понимает, что это важно в конкретной институции, который готов начать это все внедрять. Вот. И, собственно говоря, опять же, это вот именно люди, которые этим уже занимаются, а также драйверы, которые, собственно говоря, готовы этим заниматься. Это первая часть курса. Вторые ребята — это те, кто, собственно говоря, сейчас еще учатся, это действующие студенты, которые в данном случае, опять же, для которых выбор вот этого направления — это такая тоже попытка определиться и как-то прощупать почву в дальнейшей, опять же, карьерных перспективах в области культуры. И, опять же, третий сегмент, на самом деле, в данном случае тоже очень важный, это все те, кому просто интересно работать с аудиторией, которые хочет, опять же, узнать о ней больше. И в дальнейшем, опять же, ну, то есть мы с Варей старались сделать наш курс максимально универсальным, чтобы глобально, опять же, он был полезен не только тому, кто будет заниматься работой в своей аудитории, исключительно в сфере культуры, но который в целом, опять же, при желании может и попробовать себя и в сфере гостеприимства в том числе. Ну и последний вопрос. А не только москвичи были или были люди из других мест? Нет, на самом деле 45, по-моему, процентов. Да, вот. Я даже помню, несмотря на 45% наших студентов были не из Москвы, а из большого количества городов, институций, в том числе и из абсолютно других часовых поясов, с учетом того, что мы самая большая страна по территории. Я даже могу эти города объяснить, что там сейчас происходит, почему именно оттуда приехали люди. Вот, и, собственно говоря, нет, действительно, за счет как раз онлайн-формата, вот, за счет того, что мы вели, ну, то есть мы вели лекции из музея гараж, но при этом все наши студенты были онлайн, нам получилось собрать, опять же, аудиторию, мне кажется, с огромным количеством регионов России. Это, на самом деле, ну, в этом плане было очень здорово. Спасибо. Ну, если хотите, могу объяснить. Санкт-Петербург, понятно, как бы культурная столица России. Казань сейчас там полностью как бы реформируется сфера культуры, открываются новые, собственно, различные пространства. Самара. В этом году должен открыться филиал Третьяковской галереи в Самаре, куда нужно довольно много сотрудников. Порядка 120 человек они должны новых набрать сотрудников в этот филиал. Где их взять? Ну, как бы у них разные мысли по этому поводу. Екатеринбург. Сфера культуры была реформирована в середине 10-х годов. Появилось несколько новых площадок, и тоже постоянно, собственно, они там, и они, конкурируя друг друга, очень сильно обогащают. И там тоже все время нужны как бы новые как бы кадры, новые квалификации. И, насколько я понимаю, у нас есть студенты из Екатеринбурга, и тоже особенность такая, что очень многие студенты, которые к нам приезжают учиться из региона, они не собираются оставаться в Москве, они хотят вернуться к себе и работать уже у себя, что-то изменить у себя, как бы, собственно, на своей родине. И это тоже, на самом деле, довольно приятно. Ну, я думаю, можно перейти к вопросам.
Тут вопрос, наверное, еще скорее к тому, как вы сами видите свое дальнейшее профессиональное развитие. То есть, наверное, я не могу сказать, что для развития вашей художественной практики это будет важным, программа занимает 2 года, важным опытом. Но если вы хотите изменить свой трек в сторону, например, создания выставок, то, безусловно, у нас, как мы сейчас обсудили, что в целом внутри музея или внутри институции профессий очень много. И можно, с одной стороны, оставаться, следовать своему уже треку и быть экономистом, и быть экономистом в музее. С другой стороны, это то, что куда можно приходить, не будучи, не обязательно будучи культурологом или искусствоведом. На программу мы также ждем студентов разных специальностей. У нас были и фармацевты. То есть, если вы серьезно настроены на то, чтобы изменить свою специализацию, то, чем вы занимались до, в целом не так важно. Важнее то, насколько вы сейчас интересуетесь происходящим в культуре, в современном искусстве, и насколько вы готовы приложить своих усилий. Ну, опять же, я вот добавлю, акцентирую внимание на 2 года. Ну, то есть для художественной практики, наверное, для художника, который фокусируется на, допустим, определенном направлении, его изучает, это очень продолжительный срок, где ты на самом деле ну, на 100% времени погружаешься в процесс обучения другому все-таки. Да? Это условные кураторские практики, их история, их актуальное состояние на текущий момент. Это история выставочной деятельности, о том, как показывали искусство, почему его так показывают сейчас и почему, например, не надо показывать его в белом кубе или надо показывать в белом кубе. Плюс огромное количество задач, связанных с организацией процесса выставки. Не знаю, есть, например, определенный предмет, это логистика таможенного режима, посвященная именно тому, каким образом можно и нужно правильно перевозить экспонаты. И тот момент, хотите ли вы себя, найдете ли вы в себе силы исключить, ну, по-честному, да, если хотите на 100% заниматься этим, немножко исключить себя из творческой практики. Потому что, мне кажется, для художника все эти знания будут очень полезны в плане интеграции в художественное сообщество, и какие-то вещи перестанут быть страшными, непонятными, некомфортными, когда вдруг ты получаешь объяснение того, почему этот человек с тебя требует смету, а не потому что он коробочка, да, а потому что ему надо вот эту смету еще 10 людям согласовать и показать, чтобы вам для вашего художественного проекта были выделены деньги. И но нужно ли на это тратить 2 года? Вот тут вот такой момент немножко, наверное, да, это личный выбор каждого должен быть. Знаете, у меня есть другой аргумент, собственно, у нас в пользу завтра... или против? У нас завтра будет материал на сайте опубликован. Это беседа художника Арсения Жиляева. Знаете такого? Божечки. Вот знают, я думаю, какие-то люди. Супер успешный художник. Родился в Воронеже, через Москву отправился прямиком на Запад жить и работать. Там персональные выставки в Венеции во время Биеннале, вот это вот все. И, значит, собственно, одного из преподавателей нашей программы, Валентина Дьяконова, куратора музея «Гараж». Значит, что говорит нам, собственно, вы первый, кто это услышит, что нам говорит Жиляев в своем вот этой беседе? Сейчас. Наша амбиция заключается в том, чтобы уйти от принятых в мире четких дефиниций. Художник, куратор, критик, менеджер, инженер, поэт, тра-та-та. Как он это аргументирует? Я считаю, что художник должен обладать стальными нервами и менеджерскими способностями, ну, чтобы быть успешным. А менеджеру должно быть свойственно свободомыслие художника. Вот, собственно, мне кажется, это главный аргумент в пользу, как бы, собственно, тому, почему художник или фотограф, у нас, кстати, был фотограф в первом наборе, да. Собственно, мы его даже использовали для материалов сайта. Даже я чуть-чуть, может быть, почитаю. Вот, почему, собственно, люди, которые стремятся к художественной практике, могут учиться в том числе на таком, в такой магистратуре?
Держите. По заданному вопросу уже закончено или еще нет? А, у меня такой вопрос. Вы к себе на работу берете людей, которые проходили какую бы то ни было практику или курс, или магистратуру гаража, или вы заинтересованы в том, чтобы взять кадры, которые не проходили какое бы то ни было обучение у вас? Говорит, ответь за всех, за всех. Кстати, обучение в магистратуре не гарантирует, что вы будете трудоустроены потом в музей и гараж. А между частными и государственными выпускники наши сейчас уже и в Третьяковской галерее, и в МОМе работают. В целом в разных. Кажется, у принимающих сторон тоже нету предвзятого отношения по поводу того, где они были раньше. Оно стирается. Ждут, наверное, в первую очередь профессионалов. Вот такой главный стейтмент. Преемственности, что именно в гараж берут именно тех, кто закончил образовательную программу гаража, нету. Но, тем не менее, мы с самого начала стараемся через стажировки, через какие-то такие программы интегрировать людей в профессиональную среду, чтобы, когда они получили диплом, они не стояли такие незнакомые никому, а уже были, собственно, известны в среде, потому что, ну вот, собственно, часть наших студентов стажировалась в гараже, какая-то часть, ну, собственно, там, как бы получала рекомендации от преподавателей, поступала на работу в другие музеи, там у меня стажировались перед Новым годом ребята на сайте, как бы из магистратуры, то есть мы стараемся, как бы мы уже говорили об этом, но надо повторить, что мы, как бы наша одна из задач магистратуры уже на этапе обучения людей в профессиональную среду интегрировать, договариваться там, с музейными департаментами, с другими как бы, музеями, с другими там, культурными центрами о том, чтобы там, ребята наши проходили какие-то практики, знакомились с коллективами и так далее и тому подобное. То есть, ну, как бы, и их уже, когда они выпускаются, их уже знают в профессиональной среде. То есть они получают ну, действительно какие-то приглашения по работе. Давайте. Я тоже. Спасибо. У меня вопрос, как происходит, есть ли вообще какой-то отбор художников, деятелей искусств и самих произведений, которые выставляются в современном, да, там, центре музейном? И возвращаясь как бы к первой лекции, вообще бывает ли такое, что к вам приходит какой-то художник с инициативой, да, с просьбой, чтобы его произведения выставлялись, а по вашим каким-то критериям он вот эту вот галочку «современное искусство» не получает, из-за этого вы ему отказываете? Вот, не знаю, понятно ли сформулировала. Как художники попадают на выставки, если просто, окей. Смотрите, ну, сегодня существует довольно много инструментов, собственно, вот этого отбора, как попасть на выставки. Прежде всего, конечно, это open-call. Знаете, что такое? Ну, например, институция придумывает проект и объявляет open-call. То есть ты, ну, например, пример, Московская молодежная биеннале современного искусства, которая каждые два года объявляет open-call для участников кураторского проекта. Художники присылают свои проекты, свои эскизы, свои описания проектов, и, собственно, экспертный кураторский совет выбирает те работы, которые они берут к реализации или, может быть, на выставку и так далее и тому подобное. Значит, тут я рекламирую сайт ArtGid, где каждый месяц в конце обычно выходит то, что мы называем Grand Digest, и где мы, собственно, чтобы люди там не ментались по интернету, не искали эти open-call, просто перечисляются ближайшие open-call, в которых художник может поучаствовать. То же самое с резиденциями. То есть, но вам, если вы начинающий художник, вам очень важно вписаться вот в эту систему искусства. Сейчас у нас есть много как бы, входов системных. Это получить образование. Например, не обязательно поступать в нашу магистратуру, если вы художник, но, например, в Москве существует, кроме академических институтов, например, школа Родченко, которая готовит художников будущих. Или там институт проблем современного искусства имени Иосифа Бакштейна. То же самое. Еще, как бы, еще целый ряд собственно, учебных заведений, через которые может пройти художник.
так и происходит отбор. То есть вы учитесь в заведении. Это заведение? Нет, это бывает, ну, как бы разные истории. Разные истории. Это одно из, один из пунктов входа, одна из дверей. Значит, участие в опен-коллах и каких-то конкурсах, да, есть еще прекрасный способ входа, это, собственно, программа резиденций, которая также, собственно, часто не точечно, а через open call, через предложение своего проекта набирают резидентов. То есть вы должны следить за этими предложениями и пробовать в них участвовать. То есть, да, действительно, как бы часто на почте, особенно галерей коммерческих, приходит портфолио, где художники, собственно, сами себя предлагают, но... В случае с коммерческими галереями я никогда не слышала, чтобы, собственно, через такие вещи были отобраны работы, но, собственно, наверняка это тоже происходило. Как бы мне периодически пишут разные, собственно, молодые не очень авторы, которые также предлагают посмотреть их тексты. Можно про частные галереи? Что? Про частные галереи. Сейчас. И это не часто бывает, но действительно, вот сейчас как бы как раз собираюсь в понедельник написать такой девушке, что типа я почитала ваши тексты, которые она мне решилась показать, я ее долго уговаривала, надо сказать, и давайте попробуем посотрудничать. Такое тоже бывает. То есть, но в любом случае, ну, во-первых, странно было бы сидеть и ждать, что когда кто-то к вам придет, надо пытаться вот воспользоваться тремя этими, как бы, собственно, над дверями образования, собственно, программы резиденции, которых много в нашей стране уже, и, соответственно, опен-колла различных проектов. Ну, собственно, частные галереи сейчас, вот на примере галереи Анна Нова, например, в Санкт-Петербурге, у них есть конкурсы. Конкурс, да. Они тоже заинтересованы в новых именах, в молодых художниках, и они не ограничиваются, соответственно, Санкт-Петербургом уже. И для того, чтобы... понимая, да, вот этот барьер, который может возникнуть, когда тяжело, да, показать свои работы, тяжело вот этот вот момент коммуникации, когда ты пришел, кому-то что-то там вот пихаешь, вот, то open call, и в том числе вот в рамках вот этой истории у Анны Новой, на самом деле достаточно, мне кажется, комфортный способ для художника сделать вот эту первую попытку интеграции в достаточно с комфортной механикой. Там в меру отстраненности, которая иногда важна сейчас. А некоторые проводят портфолио ревью. О, да, тоже хорошая. Тоже хорошая, ну, как бы дверь для входа в систему. Они раньше были очные, когда, собственно, там какой-нибудь там музей фотографий московский объявлял портфолио-ревью для фотографов. И ты приходил с папочкой со своей, с портфолио, и как бы садился к куратору, к сотруднику музея, и вы там обсуждали, показывали работы, там обсуждали их контекст и так далее и тому подобное. Сейчас есть целый ряд портфолио-ревью, которые проходят в онлайн-режиме, то есть тебе не обязательно покупать билет в Москву из Ханты-Мансийска и прилетать в Московский музей современного искусства. То есть вам просто нужно поискать, вот, как бы, где, как бы, проходят в ближайшее время подобные инициативы. Да. Вот еще. Вот. Сейчас мы разорвемся. Это следующее. Да, у меня вот вопрос такой. Вы правильно, вот, Мария, отметили, что в государственных музеях часто кураторами выставок являются хранители и научные сотрудники. По крайней мере, в тверских музеях это абсолютно так. Могу подтвердить как сотрудник Тверского музея. Ну вот интересно, мне остался какой-то момент такой вот непонятный. В музее «Гараж» как это происходит? То есть вот я поняла техническую сторону, да, создания выставочного проекта. А кто является куратором все-таки проектов выставочных вот в «Гараже»? Интересно. Или вы эту сторону как бы больше художнику отдаете, да? То есть художник сам решает, допустим, экспозиционную там составляющую, да, отбор произведений, как будут они выставлены. Вот до технической стороны должно же пройти как бы, ну как сказать, вот такая научная часть, да? Как мы в музее бы это сказали, да, в Эрмитаже или там в Третьяковке, да. Но все-таки можно же совершенно замечательные экспонаты выставить так, что никому не интересно будет на них смотреть. Это и наоборот, да, вещи, которые, в общем-то, с художественной стороны особо такими свойствами выдающимися не обладают, можно выставить дизайнерски так, да, что люди там махнут от этой выставки. Но вот как вот интересно в музее «Гараж» все-таки кто отвечает за вот эти моменты? Ну, вы правы, свет может как убить, так и спасти практически любое произведение. Как в «Гараже» это происходит? У нас есть кураторский отдел, то есть они там все кураторы по штатному расписанию.
по-моему, даже так называют, да, кураторы, и они занимаются научной работой, они предлагают проекты, они встречаются с определенной периодичностью на так называемых программ-митингах, где обсуждают выставочную программу музея, и каждый из них защищает свой проект, и методом голосования принимается решение, там, уходит ли он на доработку или его принимают в той итерации, которая была представлена. Ну, это такой вот бесконечный процесс обсуждения выставочных проектов. Под проектами может быть, не знаю, там, групповая выставка, может быть, персональная выставка, может быть, выставка, основанная на исследовательских проектах гаража, потому что у нас помимо условно-выставочной деятельности есть еще так называемое подразделение Field Research, да, где художник, опять же, по open call может обратиться с запросом, что ему интересна вот эта тема, он бы хотел ее разрабатывать, ему нужна инфраструктурная финансовая поддержка. И, собственно, проходит вот эта вот итерация, и затем разрабатывается выставочный план, который там, ну, вперед на 5 лет, в принципе, более-менее сформирован, и уже начинается более практическая работа, связанная с тем, ну, не знаю, формирование бюджета, формирование команды, отдельной команды, которые будут работать над проектом, то есть это и куратор, и менеджер, и дополнительные специалисты, если они нужны с самого начала работы над проектом. Ну, как-то так, если совсем упрощать. Ну, вот, знаешь, хочется вас все время переводить на русский язык. Вот есть хорошее словосочетание выставочный как бы комитет, выставком. Я думаю, что это так называется, собственно, ваш музей. Выставочная комиссия. Выставочная комиссия. Вот, ну, как бы это вот, собственно, вот этого программ-митинга, ну, вашего. Что поделать, Маша, Москва меня испортила. Раньше я говорила грузовики, теперь говорю траки. Программ-митинг. Ну, есть еще вот момент, на самом деле, что музей может работать с нехудожественным материалом. Вы тоже, наверное, знаете, у вас есть в коллекции как бы такие вещи. И, конечно, последняя тенденция – это, собственно, коллективное кураторство, да, большие исследовательские кураторские команды, которые, собственно, делают такие выставки. Ну, вот в качестве последнего, может быть, примера – это выставка, посвященная столетию краеведения в Музее Москвы, которая называется «Уберите чучело лисы», которая, в общем, работает с нехудожественным материалом, рассказывает про вот эту вот, как бы, историю как появления и трансформации в тоталитарном государстве как бы краеведческих музеев. То есть и для, как, конечно, таких проектов, которых сейчас, я думаю, будет больше, собираются целые команды специалистов, которые ходят не только, собственно, кураторы, да, но там искусствоведы. Ну, например, собственно, вот мы привлекали вот на это чучело лисы, например, специалиста-географа. Вот, которые, естественно, как бы таких специалистов нет в музее, как правило, да, но, значит, в рамках таких проектов музей должен сотрудничать, например, с научными институциями, с университетами, и сейчас, я думаю, что будет все больше подобных проектов, таких междисциплинарных, к которым будут привлекаться очень широкие специалисты. В Музее Москвы также была выставка, которая, собственно, была посвящена, собственно, ну, как бы, собственно, тому, что мы считаем семьей. И вот из Европейского университета для него просто социологов для нее привлекали, чтобы они просто кураторам объяснили, вот, как это все видоизменялось за последние 100 лет. Потому что, ну, как бы, таких специалистов действительно в музее нет, как бы, а музей хочет делать в том числе такие выставки. Ну, это на самом деле очень крутая тенденция. И, насколько я знаю, опять же, в магистерской программе есть целое направление, собственно, посвященное, цикл лекций, посвященный вот Field Research и подобным проектам. Переведи на русский язык. Отстань. Я вспоминаю слово и забыла. Уже смотри, уже 18:12. Мне уже спать через 2 часа. Я к тому, что подобный формат выставок, он очень сильно... Полевые исследования, спасибо. Развязывает руки, на самом деле, огромному количеству музеев. И вот здесь, опять же, стоит посмотреть на музеи разной направленности, которые... То есть, благодаря, наверное, Третьяковке, в первую очередь, если мы говорим про, вот, ну, опять же, нашу немножко Москву, Петербург, у нас перестало вот это ассоциироваться, что это музей русского искусства, значит, он делает выставки только русских художников. Нет, Третьяковка делает международные проекты. Если это музей дворянского быта, он не обязан делать только выставки про дворянский быт. Этот музей может и должен делать междисциплинарные проекты, работать с современным искусством, фотографии, да неважно с чем. То есть сейчас, вот, в отличие от, мне
кажется, мне 10 лет назад такого еще не было. Как бы вот фокус основного направления музея, он не так важен. Важна вот та команда, которую вы собираете под какое-то отдельное мероприятие, которое вы делаете. Это могут быть очень разные люди, которые могут очень много всего нового привнести в ваш музейный опыт работы. У меня вопрос про взаимодействие сотрудников. И бывают ли вот какие-то проблемы, допустим, в организации коммуникации между департаментами, то есть при организации выставок? И кто в таком случае, может быть, решает или отдает кому-то приоритет? Мы не над вашим вопросом, если что, смеемся, это очень хороший вопрос. Он очень прям вот на злобу дня. Ну, на самом деле, предлагаю отвечать вместе на этот вопрос. Перебивать друг друга. Давай. Еще. Чтобы доказать, что проблемы могут быть. На самом деле, поскольку у каждого департамента, у каждого направления, в любой культурной институции есть какой-то определенный спектр интересов. Ну и опять же, если, например, взять нас с Настей, то у нас, собственно говоря, есть зачастую сферы интересов, которые могут противоречить друг другу. Я бы даже назвала это болевой точкой. Именно. Болевая точка входа на выставку. И, собственно говоря, определенный, опять же, ну то есть определенный компромисс между нами, он в любом случае потребует дополнительных ресурсов и от меня, и от Насти. Но, собственно говоря, главная, мне кажется, задача в любой институции сделать этот момент максимально рабочим. Ну, то есть сделать этот момент таким, чтобы всегда была оптимальная платформа для коммуникации. В нашем случае, например, это встречи до начала каждого выставочного проекта. Вот, в рамках которых, опять же, например, Настя показывает архитектуру выставки. Собственно говоря, мы обсуждаем о том, что посетитель здесь пройдет, здесь не пройдет, здесь ему будет некомфортно, здесь нам нужно там поменять вход. И, собственно говоря, дальше, опять же, что-то может определенное происходить, либо не происходить. И в этом случае, опять же, мы с Настей сходимся, например, на какой-то вот промежуточной точке, что, грубо говоря, это не идеальный сценарий для меня. Это тот сценарий, в котором Насте придется проделать огромную дополнительную работу, опять же, по согласованию всей этой истории с архитектурным бюро, с художниками, с огромным количеством людей. Но при этом, опять же, мы понимаем, что в итоге, опять же, ну, все будет хорошо, классно, круто и безопасно. То есть мне кажется, что этот конфликт всегда преодолим при, опять же, выполнении нескольких условий. Во-первых, если есть хорошая горизонтальная коммуникация, то есть когда вы можете просто встретиться и поболтать на эту тему, ну и, опять же, не стесняться друг другу задавать, опять же, какие-то зачастую даже очень провокационные вопросы, и в данном случае вы, ну, аргументируете тем, что вы не хотите друг другу подловить, а вы, в первую очередь, хотите, опять же, найти вот какие-то точки соприкосновения. А во-вторых, ну, то есть, ну, это не только музей, но, мне кажется, это общая такая человеческая штука. Важно, ну, то есть одновременно быть носителем, ну, ценности друг другу. Ну, то есть, опять же, понимать, зачем, ну, собственно говоря, зачем мы все это делаем и, собственно, в чем заключается интерес каждого из нас. И как сделать так, чтобы выставки, например, ну, в данном случае выставки, как в очень сложном современном музее проекте, где задействовано огромное количество разных команд, одновременно были учтены там абсолютно все интересы всех подразделений и так далее. Ну, то есть здесь, например, есть, кстати, очень хороший пример, например, с теми же самыми кураторскими текстами в больших, прям гигантских музеях типа МОМА, типа Британского музея, которые пишутся куратором, и дальше после этого сразу отправляются в так называемый отдел интерпретации, который, собственно говоря, этот текст переводит на такой вот, на вот язык максимально понятный для посетителя. То есть даже вот текст, который изначально пишет куратор, уже становится таким вот, ну, объектом совместной работы. Мы пока не дошли до такого продвинутого уровня. А, на самом деле, да, вот то, что так красиво и вежливо описал Егор, Анна записывает, да? Хорошо, ладно, не буду тогда. Ну, на самом деле, действительно, у меня на самом деле есть, у меня есть такая механика работы с стрессом и негативом. Я когда понимаю, что вот мне хочется кого-то просто, ну вот прям убить за нежелание, и чаще всего это художник, нежелание идти навстречу, понимать сложность всех механизмов работы, я каждый раз такая выдыхаю и говорю, самое главное — это выставка, самое главное — это проект. Проект — это то, что мы все делаем. Мы можем быть уставшие, мы можем быть в стрессе, у нас могут быть свои какие-то тайные интересы,
Но когда ты сфокусируешься на общем проекте, вот той вот общей идеи, которую ты делишь со своим коллегой, то работать сразу становится продуктивнее. Да, это иногда сложно, но надо вот немножко уходить от себя и переносить всю идею на вот тот конечный результат, которого ты пытаешься добиться, потому что это на самом деле классную идею мне еще подала моя коллега Катя Савченко, которая тоже является преподавателем магистратуры, но при этом у нее тоже очень интересная карьера. Она сначала работала в отделе пиара и ивентов в гараже, потом ушла, потом попала в отдел менеджеров и совершенно феерически вытягивала очень сложные выставки, и теперь она является куратором. И она составила такую схему, которую мы показываем студентам. В этой схеме есть куратор, есть художник, есть институция. Это все в таком треугольничке. А посередине написано «аудитория». И вот эта вот аудитория или этот проект, над которым мы работаем, вот это самое важное. Но в целом про, наверное, конфликты, если опять же вот прям по-честному, безусловно, есть, я ощущаю, наверное, это важный момент, связанный действительно с поиском денег. Это то, что, к сожалению, требует огромного количества компромиссов, огромного количества, наверное, нежелания, когда ты вынужден идти навстречу и делать иногда каким-то образом модернизировать свой проект не тем образом, который бы тебе хотелось, либо отказаться от финансирования дополнительного ради того, чтобы проект остался таким, какой он есть. И в этом смысле работа фандрайзера в музее или в институции, она, конечно, очень сложная, когда тебе мало того, что нужно общаться с внешними спонсорами, искать подход к ним, искать интересную фишку в проекте для них, но еще и работать с отделом кураторов, которые, понятно, не хотят у себя посредине выставки огромный баннер, не знаю, грузовичков, да, допустим. Вот. И вот в такие моменты, опять же, мы возвращаемся вот к этой истории Егора, где нужно идти просто навстречу друг другу, искать компромиссы. Этому мы учим в магистратуре, да, искать компромиссы постоянно. Работать в команде, да. Сколько в среднем времени занимает подготовка, как правило? Понятное дело, что каждый проект уникален, но все-таки сколько в среднем времени уходит на подготовку выставки и каков срок экспозиции? Вот так, давайте масштабировать. Если мы говорим про крупные, давайте, федеральные музеи, да, сразу там понятно, кто это, срок может быть от 5 лет подготовки. То есть, ну, это минимум 2-3 года. То есть музей-гараж, срок подготовки проекта от идеи до его завершения в среднем от 3-2 лет. А если это сложные выставки художественные, связанные с музеями, старые мастера, моя любимая, то это может доходить до 5, иногда 8 лет. Потому что там есть определенные процессы, которые требуют, ну, очень долгой пусконаладки. Если мы говорим про выставочные центры, допустим, до 1000 квадратных метров, там немножко уменьшается время, ну, наверное, за, опять же, если вы хотите проработать выставку, то есть не просто вот взял, повесил, показал, а ты прорабатываешь и образовательную программу, и пиар, ты хочешь, чтобы пришли зрители, ты хочешь, не знаю, там дополнительно еще организовать мероприятия, перформансы, все это у тебя увеличивает срок, потому что больше людей подключаются к этому процессу. Соответственно, понятно, что в квартире можешь организовать выставку за один день со своими друзьями-художниками, и это тоже нормально, это как бы более интенсивная выставочная деятельность. Наверное, там до 1000 квадратных метров, но это там полгода-год. Я вот, кстати, надо в смене узнать в Казани, какой у них выставочный цикл. Ну а в среднем, опять же, длительность выставки, она зависит исключительно от вашей институции, где вы работаете. Понятно, что в музее выставка, которая готовится 5 лет, ну ее хотелось бы показывать хотя бы 4 месяца, потому что ты вложил кучу времени в это. А если это маленькая квартирная выставка, ну блин, вы можете быстро так раз собраться. В Питере, кстати, была серия выставок одного дня в галерее Люда, или, по-моему, неделя, когда в течение, там, не помню какого времени, это было прямо самоцель постоянно менять экспозицию бесконечно. В этом смысле критерием тоже могут быть студенты. Они готовят выставку 2 года на протяжении всего обучения своего выпускного. И им кажется, что это довольно мало времени. То есть это действительно длительный, сложный процесс, начинающийся с исследования и включающий очень много, в том числе технических сложностей.
Да, Рита правильно заметила, и у них мы осознанно даже ограничиваем площадь выставки, потому что это самый такой простой математический критерий, 500 примерно квадратных метров, потому что, понимая, что им нужно учиться, понимая, что им нужно организовывать выставку, в принципе, за 2 года на эту площадь выставки будет, ну, более-менее достаточно, хотя они все тоже, да, в какой-то момент, да, они понимают, что это мало. У гаража есть коллекция, это архив музея. Вот, видите, вот сразу, если у нас архив, значит мы... Ну, вообще, архив современного искусства — это не всегда бумажки. Это очень часто разные вещи. Входят в том числе произведения, предметы, еще какие-нибудь вещи. Вы имеете в виду какую-то постоянную экспозицию? Слушайте, ну, наверное, мы, ну, формат нашей деятельности, типы выставок, они плохо вяжутся с постоянной экспозицией. Во-первых, у нас, на самом деле, наверное, для музея достаточно небольшое пространство. То есть мы говорим именно про выставочный зал, это всего порядка 2000 квадратных метров. Ну, мы недавно анонсировали шестигранник, но, опять же, динамика... А зачем? Да, вот... А зачем? Вот, просто динамика современного искусства, она... Ну, то есть вот мы говорили про междисциплинарные проекты с различными музеями, и вот там мы все время сталкиваемся с рассинхроном. Например, у нас есть проекты, в которые мы хотели вот на выставку в... Выставка, извините, очень уже поздно... Про экологию, как выставка называлась? Грядущий мир, простите, пожалуйста. Что-то я не очень себя чувствую. Грядущий мир, там было несколько работ с малых голландцев. Это было принципиально для авторов, выставка была посвящена экологии, и нужно было показать первый такой как бы очевидный, четко направленный интерес к природе и изображению просто природы, а не природы, а человека и там что-то на фоне голубое с розовым. И мы подали запрос в Государственный Эрмитаж для того, чтобы получить работу Рейнольдса, и, конечно же, работу Рейнольдса нам не дали. Не дали почему? Ну, помимо того, что это конкретное произведение дается только на монографические выставки этого художника, второй момент был, что у Эрмитажа, например, как и у многих крупных музеев, есть очень четкий регламент. Они не отвечают на запросы для выдачи произведений, которым меньше года. То есть им для внутреннего процесса выдачи произведения административного нужно достаточно много времени. И они просто сразу говорят: нет, вы нарушили наши как бы сроки по регламенту. И вот это как раз очень... А у нас выставка разрабатывалась 2 года, и на каком-то этапе уже более поздним кураторы поняли, что нужно включить этот раздел. И у нас рассинхрон. И поэтому постоянная коллекция, некая постоянная выставка, это все требует, ну, совершенно другой динамики. Как бы, я, наверное, могу это сказать, что гараж скорее, если мы говорим про формат работы, это не по классике, не музей, а кунстхалле, да, где идет постоянная смена экспозиции, это временные выставки, разные кураторы, разные сложные проекты. Но, опять же, я не помню изначально, почему было принято решение использовать слово «музей», но я вот, помнится, когда я еще не работала, понятно, тогда в гараже, мне была понятна интенция, потому что, чтобы к тебе относились серьезно в России как организации, ты должен быть музеем, потому что вот этот центр выставочный, сразу начинается вот какой-то такой снобизм. Но при этом, на самом деле, это очень классно, что под вот этим соусом гараж начал заниматься теми вещами, вот этой коллекции про историю российского современного искусства, про все вот эти архивы, которые, ну, реально не были нужны или не институциализировали соответствующим образом. А ведь это не только это прежде всего о хранении. Это хранение и систематизация. Это систематизация той истории, которая фактически пропадала в мастерских художников. Все вот эти буклеты, работы, рисунки, планы выставок, которые на бумажке были сделаны. Это же никому было не надо. А на самом деле это дикая ценность, потому что сейчас ты этого не найдешь. Если раньше там, в советское время была, там, не знаю, систематизировали все эти истории с Союзом художников, с какими-то официальными выставками, да, то здесь в 90-е годы это просто начался взрыв всего. И где это вытащить потом?
И это круто, что они реально вначале сфокусировались на этом, и что у нас нет вот этой постоянной экспозиции, которая на самом деле требует колоссальной работы, очень долгой, очень противной. И я вот рада за Третьяковку, которая стала ротировать свою постоянную экспозицию, можно много чего еще посмотреть. Ну, если вопросов больше нет, спасибо, что вы пришли к нам сегодня. А вот здесь на здесь у нас Инстаграм Гараж Академи. Заходите туда, там много всяких инсайтов по тому, как происходит программа. Вот это целевой капитал номер 2 академической программы. Если вы хотите нам что-то донатить на то, чтобы будущие студенты жили еще лучше, чем сейчас, то welcome. И где еще можно прочитать про магистерскую программу? Да, на странице гаража и на странице магистерской программы. Поэтому приходите к нам, у нас весело.